Лиза, с какими судьбами? Выставку готовлю по легенде о единороге. Хочу предупредить, единорог привносит в мир людей сомнения и распри. Мифическое существо. Реальное убийство. Говорит, какая-то чертовщина. А ведь все это из-за вас. Мы все уязвимы. Ты меня беспокоишь в последнее время? Ну, какое тебе дело до кого-то, кроме себя? Выходит, мы с тобой конкурируем. Мы просто друзья. Все мы здесь друзья. Разоблачение единорога. В среду в 18:10 на канале ТВ-Центр.